О всехвальный святителю и угодничий Христов, Отче наш Тихоне, ангельски на земле пожив, Ты, яко ангел благий, явился иси, и в дивнем Твоем прославлении. Верую от сия души и помышления, яко Ты, благосердный наш помощниче и молитвенниче, Твоими неложными ходатайствами и благодатью от Господа обильно Тебе дарованную, призна способствующий нашему спасению. Прими, уго ублажаемый угодничий Христов, и в час сей наше недостойное моление, освободины Твоим заступлением от облегающего нас суесловия и суемудрия, неправоверия и зловерия человеческого. Почися скорый о нас предстателю, благоприятным Твоим ходатайством, молите Господа, да пробавит Своя великие и богатые милости на нас грешных и недостойных рабов Своих, да уврачует Своей благодатью неисцельные язвы и струпы расследных душ и телес наших, да растворит окаменелые сердца наши слезами умиления и сокрушения о премногих согрешениях наших, и да избавит нас от вечных мук и огня гиенского. Всем же верным людям Своим да дарует в нынешнем веце мир и тишину, здравие и спасение, и во всем благое поспешение, да таково тихое и безмолвное житие пожившее во всяком благочестии и чистоте, с подобиями со ангелы и со всеми святыми, славите и воспевайте все святое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.